Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в ходе очередной торговой сессии этой недели. Думаю, пришло время снова вернуться на финансовые площадки и посмотреть за теми тенденциями, которые сейчас характерны для тех инвестиционных идей, тех, соответственно, ценовых ожиданий и ориентиров, которые мы поставили много недель назад. Соответственно, сегодня, как и всегда, пробежимся по перспективам основных валютных тандемов активов, также коснемся нефти и рубля, ну и, разумеется, не забывайте о том, что в ходе брифинга я анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Амаркетс. Чтобы воспользоваться этим бонусом, как и всегда, все предельно просто, связывайтесь с вашим персональным менеджером и, соответственно, меняйте этого кодовое слово на бонус на пополнение. Действует он до следующего брифинга. И учитывая то, что сегодня у нас обещает быть достаточно интересный денек, потому что в 18:00 по московскому времени состоится пресс-конференция председателя ФРС Джанет Йеллен. Я считаю то, что возможности, которые направлены на повышение покупательской способности ваших депозитов, по крайней мере, можно использовать. Поэтому советую быть внимательными. Разумеется, это кодовое слово будет анонсировано либо к середине брифинга, либо ближе уже к концу. Ну а теперь давайте начнем с наших начальных активов, с которыми мы начинаем каждый брифинг. Это, разумеется, динамика черного золота, Брента, и то, что показывает рубль в соответствии с актуальными ценами на нефть. Актуальные цены Брента 48.82. Как мы и предполагали, Брент не смог удержаться выше $50 за баррель, потому что не имел для этого соответствующей поддержки. Рост, который был основан исключительно на ожиданиях того, что инвестиции, точнее, факт их сокращения приведет к снижению объемов производства. Это только ожидания, они не подтверждены. Может быть, те трейдеры, которые погнали этот актив в район практически 55, все-таки переосмыслили, разумеется, те экономические и актуальные реалии, которые характерны для этого актива, и поняли то, что оснований, собственно, для такого серьезного роста на рынке по-прежнему нет. Надеюсь, что вы не поддались этим паническим настроениям, и тогда, когда Brent, признаюсь, активно стал расти, не изменили своему прошлому позиционированию, потому что мы с самого начала говорили, что речь идет о, возможно, ложном выпаде, и уже можно констатировать то, что мы были правы. Соответственно, Brent снижается, реагируя уже на новые цифры, новую статистику, которая в целом возвращает на рынок идею, предполагающую по-прежнему избыточное предложение и снижающийся спрос. Китай – это главный регион понедельника, потому что в этот раз мы анализировали целый блок макроэкономической статистики из Поднебесной. И здесь один сплошной негатив. ВВП Китая 6,9% против прогноза 7%. Соответственно, можно уже говорить о том, что темпы экономического роста экономики Поднебесной просели до самого худшего показателя с кризиса 2008 года. Думаю, дальше будет только хуже, потому что в целом за последние несколько месяцев, можно даже говорить уже про полтора квартала, когда Народный банк Китая задействовал активные меры экономического стимулирования, они пока не привели к должному эффекту. И тот факт, что помимо, опять же, объективного снижения темпов экономического роста, мы констатировали слабость промышленного сектора, в частности 5,7 по факту против прогноза 6,1. Я считаю то, что именно замедление промышленного сектора будет и дальше оказывать, может быть, даже исключительнейшее давление на общие показатели экономического расширения. Поэтому с точки зрения позитива сейчас не стоит закладывать какие-то тенденции, предполагающие улучшение общей экономической ситуации, касающейся Китая. Для нас это, конечно же, для тех, кто активно продает, разумеется, нефть, это позитивный фактор, потому что мы прекрасно понимаем, что если экономика Китая будет слабеть, значит, будут снижаться и объемы спроса, что в целом на фоне избыточного предложения позволит нам и дальше прям зубами держаться за ту идею, которая предполагает факт долгосрочного ослабления как Брента, так и WTI. Что касается спроса со стороны мировой экономики, в частности, опять же, после пересмотренного показателя по ВВП Китаю, ОПЕК снижает прогнозы по потреблению, и если мы даже не будем отталкиваться, как я ранее говорил, от прогнозов, а будем смотреть на цифры, они в целом также подтверждают то, что объем, в частности, экспорта из ОПЕК по итогам прошлого месяца снизился на 278 тысяч баррелей в сутки. То есть это тот факт, который отражает общую слабость мировой экономики, и поскольку мы не видим пока на горизонте, скажем, ближайшего, может быть, даже года каких-то светлых пятен,
рейтинг, который позволит реально мировой экономике в целом, даже не будем говорить про отдельные регионы, встать на рельсы уверенного восстановления, значит, мы будем придерживаться этих негативных тенденций и дальше. По нефти еще. Вы знаете, что буквально завтра должно пройти заседание, точнее, встреча представителей ОПЕК с прочими руководителями ключевых производителей энергоресурсов в мире. Но я в целом хочу сразу подготовить вас, что каких-либо прорывных решений ждать, разумеется, сейчас не приходится, потому что мы к этой встрече возвращались уже очень, скажем, часто, и отмечали, что ОПЕК по-прежнему будет держаться за свою долю, и несмотря на какие-то словесные заявления, которые вроде бы как будут создавать видимость заинтересованности возвращения цен к более высоким уровням, мы все равно прекрасно понимаем, что если бы ОПЕК действительно испытывал потребность или, скажем, к тому, чтобы нефть снова стоила выше 80 долларов за баррель, ОПЕК бы уже давно задействовал имеющиеся инструменты и механизмы, чтобы разогнать цены на энергоресурсы. И этого сейчас не происходит, и то, что квота, опять же, не снижается, да и даже фактически объем производства, это в целом указывает на то, что у ОПЕКа своя ближневосточная стратегия, и, может быть, те, кто как раз мыслит по факту того, что сейчас происходит, думают об этом, прекрасно понимают то, что цены долгосрочно имеют по-прежнему возможности для еще большей просадки и ослабления. Что касается российской валюты, актуальные котировки пары USD-RAB на премаркете сейчас 62.45. В целом мы видим то, что по факту ослабления, конечно же, позиции нефти, девальвируется и рубль. Также я отмечал, что если мы будем использовать простую математическую формулу, перемножим как раз актуальную котировку пары на актуальные цены на нефть, получится сейчас цена за баррель в рублевом эквиваленте 3048 рублей. Это очень мало, поскольку минимально достаточным уровнем является значение даже 3300, а может быть и чуть повыше. Но в целом понятно, что даже с учетом такого соотношения цен создаются серьезные предпосылки, чтобы ожидать еще один виток девальвации. И, скажем, то давление, которое может быть оказано на российскую валюту со стороны монетарных властей, чтобы привести это соответствие в норму. Что касается других данных, напомню, что недавно были опубликованы данные по инфляции, в частности, в российском регионе. Если в прошлом месяце мы констатировали прирост этого показателя на 0,4%, то в сентябре инфляция снова подросла 0,6%, потребительские цены скакнули еще выше, и мы в целом также возвращаемся к тому факту, что ослабление курса национальной валюты оказывает разгоняющий эффект, соответственно, на инфляцию, а рост инфляции сдерживает потребительскую активность и, соответственно, замедляет общие темпы экономического роста. Поэтому здесь также все реализуется в том ключе мрачном, к сожалению, который мы обозначили, то, что экономика будет дальше слабеть и, соответственно, опять же, по принципу такого цепного характера оказывать еще большее давление и, разумеется, на курс национальной валюты. Это замкнутый круг, но, к сожалению, пока выбраться из него не получается. Ждем дальнейшей девальвации рубля и не забываем, что даже если при каких-то обстоятельствах рубль умудрится просесть в район 60, там находится психологически важный уровень поддержки, и там, мы знаем, в игру вступит Российский центральный банк, который уже в кулуарах обещал снова вернуться к покупкам иностранной валюты, что в целом также будет оказывать долгосрочный эффект давления на курс национальной валюты. Идем дальше. Европейская валюта. Актуальные котировки 1.1334. Видим то, что по итогам последних трех торговых сессий евро снижалась, и, в принципе, эта коррекция началась еще в прошлый четверг, буквально с азиатской торговой сессии, когда траектория движения главного валютного риска была изменена комментариями со стороны представителя Европейского центрального банка, а по совместительству еще и руководителя Банка Австрии Вальде Навотне. В частности, он отметил, что ЕЦБ нуждается в новых мерах экономического стимулирования, и, разумеется, если они будут приняты, это будет оказывать давление на позиции главного валютного риска. В частности, Навотный сделал не очень такие обнадеживающие прогнозы по показателю инфляции, отметив, что если ЕЦБ будет дальше тянуть и, соответственно, не перейдет к расширению программы количественного смягчения, то буквально через квартал мы сможем увидеть еще более глубокое снижение, соответственно, уровня инфляционного давления. А в случае отрицательных значений и факта дефляции в регионе также будет серьезно страдать и потребительская активность. Напомню, что на текущий момент в рамках еврозоны в годовой
скажем, проекции, зафиксировано снижение индекса потребительских цен до уровня минус 0,1%. И если ЕЦБ будет дальше медлить, соответственно, может быть, уже по итогам следующего месяца мы будем констатировать значение уже минус 0,2%. Поэтому, учитывая то, что вчера, несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных по Китаю, я снова сейчас возвращаюсь вас к сценарию поведения на рынке финансовых активов, когда слабая статистика по Китаю провоцирует спрос на защитные инструменты, и евро в связи с этим растет, потому что евро – это валюта финансирования подобных сделок и операций керри-трейда. Вчера этот сценарий был несостоятельным, что в целом позволяет нам предположить о том, что участники финансовых рынков сейчас смещаются в сторону национального макроэкономического фона, который, по сути, за последние несколько недель полностью игнорировался. И если действительно трейдеры будут сейчас больше внимания уделять слабости европейского региона и наконец-таки осознают те угрозы, которые связаны с общим слабым показателем по индексу потребительских цен, значит, все снова вернутся к спекуляциям на тему расширения программы количественного смещения, а точнее даже более агрессивного выкупа активов. То есть это нам сейчас как раз и нужно, потому что именно этот фон может стать ключевым фактором разгрузки для европейской валюты. Поэтому сейчас ждем заседания. Напомню, что в этот четверг оно уже состоится. И вероятность того, что какие-то судьбоносные решения могут быть приняты по ходу этого заседания, незначительные. Но даже если фактического решения не будет, думаю, что Драги все-таки уважит рынки, уважит публику и хотя бы через словесные заявления сообщит о том, что ЕЦБ подумывает о том, чтобы расширить программу количественного смягчения. Поэтому сейчас, еще раз напоминаю, актуальная котировка 1.1334. Те, кто стоит в коротких сделках, правильно делают, потому что в случае, опять же, анонса этих новых стимулов, европейская валюта против доллара будет иметь все основания для того, чтобы пойти в район ближайшей поддержки 1.10. Мы, собственно, ориентируемся средне-долгосрочно, по крайней мере, на ближайший уровень, который находится на этой отметке. Те, кто хочет краткосрочно поспекулировать, можно, конечно же, использовать, собственно, краткосрочные продажи с короткими стопами. Ну, к примеру, зайти в sell также на уровне 1.13 и поставить стоп-лосс в районе 1.14. Что касается тейк-профита, то я думаю, что по мере приближения четверга, разумеется, роста спекуляций на тему программы количественного смягчения, фон будет уже более благоприятствующим, и мы сможем понять, стоит ли дожидаться, скажем, тейк-профита либо в районе 1.10, либо, может быть, на коррекционном откате выйти из этой сделки пораньше. Но пока в целом по всем, наверное, фронтам, кратко, долго и среднесрочным, я советую делать ставку на продажу главного валютного риска. Доллар, японская иена. Здесь актуальные котировки 119.49. По-прежнему мы топчемся рядом с уровнем 120. Снова к нему подобрались. Доллар цепляется, разумеется, за макроэкономический фон прошлой недели, потому что, напомню, в ходе прошлой пятидневки у нас была возможность проанализировать данные по инфляции, и здесь больше позитива, потому что в отличие от той же еврозоны и Англии, собственно, американская экономика смогла удержаться по индексу потребительских цен на положительной территории. Я думаю, что для тех участников рынка, которые еще сомневаются касательно готовности ФРС к ужесточению монетарной политики, сейчас уже стоит задумываться, потому что если следующий отчет будет фиксировать возможность даже роста индекса потребительских цен, значит, фокус голосов на предстоящем заседании будет, наверное, смещен уже в пользу нормализации денежно-кредитной политики, потому что все те скептики, которые голосовали за отсутствие готовности американской экономики к повышению процентной ставки сейчас, отталкивались только от одного фактора – это низкие показатели по инфляции. И мы видим то, что инфляция в США, без учета, к примеру, продовольственных товаров, она даже подросла по итогам прошлого месяца – это 1,9% против прогноза 1,8%. Плюс ко всему продолжаем следить за комментариями представителей ФРС, ищем дополнительные поводы, аргументы в пользу того, чтобы добавить еще несколько комплиментов в адрес американской экономики и, соответственно, еще больше убедиться в том, что доллар имеет достаточно оснований для роста. Сегодня, кстати, помимо того, что выступит голосующий член ФРС Дадли в 16:30 по московскому времени, разумеется, гораздо больше внимания стоит уделить конференции Джанет Йеллен, потому что она непременно, ну, будем надеяться, прольет хоть немного света на дальнейший вектор монетарной политики. Поэтому сегодня, как я уже отметил в начале этого брифинга, нас ожидает очень интересная торговая сессия.
Также не стоит забывать то, что в паре USD-иена очень интересным сейчас является и оппонент доллара, это японская валюта, поскольку мы готовимся к заседанию 30 октября Банка Японии, где, возможно, японские монетарные власти также пойдут на дополнительные меры экономического стимулирования. Вероятность этого растет, по сути, с каждой недели, и сейчас она составляет уже процентов 48. Напомню, что проблемы в рамках японского мегарегулятора, а точнее, лучше сказать, японской экономики, такие же, как и в еврозоне, хотя, наверное, более острее, поскольку там с рисками дефляции не удается покончить уже несколько десятков лет. И запущенная программа количественного смягчения на 80 триллионов йен вот на протяжении последнего более чем года так и не оказала своего положительного эффекта на разгон этого индикатора. Идем дальше. Фунт против доллара. Актуальная котировка 1.5477. Также фунт достаточно позитивно отреагировал на макроэкономические данные по национальному рынку труда. Я также отметил, что помимо позитива, который, согласен, был очевиден, не стоит забывать и про имеющийся негатив, в частности того, что заработные платы растут недостаточно высокими темпами, чтобы создать условия для роста индекса потребительских цен. А если еще вернуться к провальным отчетам по уровню инфляции, напомню, что в Англии она также уже отрицательная, дефляция минус 0,1%, значит, говорить о повышении процентной ставки не приходится. И если где-то вы увидите формулировки касательно того, что есть еще основания дождаться этого решения, я думаю, что вы и без меня прекрасно понимаете, что оснований как таковых нет, потому что без соответствующей поддержки и постепенного разгона индекса потребительских цен, который влияет на потребительскую активность, разумеется, ужесточать монетарную политику не стоит. И не стоит этого делать, особенно после провальных данных по экспорту. В прошлом месяце он просел больше, чем на 9%. И если мы увидим повышение процентной ставки, валюта станет еще дороже, а значит торговый баланс будет испытывать еще большие проблемы. Что касается ориентиров, напомню, что для долгосрочных трейдеров я по-прежнему советую поискать возможности для продаж, к примеру, сделать это с уровня 1.54 и, соответственно, прокатиться долгосрочно до уровня 1.50. Ну, еще лучше даже, может быть, войти в сделку с уровня 1.53.50. Там можно поставить отложенный селл-стоп. Для краткосрочных инвесторов можно попробовать значение, соответственно, 1.54, примерно 30, и в качестве тейк-профита остановиться на рубеже 1.53.70. Что касается стоп-лосса, то здесь уже стоит отметить значение 1.55.50. Ну, на этом все. Кодовое слово на сегодня — Европейский центральный банк, можно просто ЕЦБ, величина бонуса 7%. Если есть вопросы, соответственно, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube под видеоокном. Всего доброго, до свидания.